На записи мы с вами начинаем, да, чтобы не тратить время. Всем добрый вечер. Сегодня у нас очень важный, ответственный день. Сегодня второй день занятий с вами в программе «Турбо Рост». С вами идем по ускоренной программе. 5 дней у нас с вами. Молодцы, выполняем домашнее задание, да. И если вы где-то не разобрались, то я думаю, пройдете 5 дней и обязательно услышите и все вопросы, которые у вас сейчас возникнут, на все вопросы ваши ответим. Все это будет в процессе. Обязательно внимательно слушайте, берите ручку и листочек. Итак, мы с вами стартуем. Ура! Второй день с вами Турборост. И сегодня с вами Ирина Положенцева, старший золотой директор поселок Безенчук. И немножко я расскажу свою историю, как я попала в наш проект. Пришла я, когда находилась в декретном отпуске. Наверное, мамочки меня сейчас услышат. На самом деле засиделась, такое слово называется, да? 2 года было у меня сыну Андрею. И вот так вот постучался ко мне наш проект и компания «Ариплейм». Пришла соседка, рассказала о компании и сказала: «Ирин, вот ты сидишь в декретном отпуске, может быть, чем-то займешься». Единственное, один минус моей соседки, то, что она не рассказала и не сказала про бизнес. Поэтому сейчас всем новым партнерам я свою учу своих новичков, чтобы они обязательно доносили и начинали обязательно про бизнес. Потому что в нашем проекте у каждого есть возможность получить, расти, преуспеть в нашем проекте. Поэтому всегда говорим про бизнес. Итак, я, когда пришла, влюбилась в данную продукцию, я стала рекомендовать, но бизнесом и именно карьерный рост я начала в 2009 году. И я ни капли не пожалела. Сейчас, на данный момент, я, конечно, нигде не работаю. По профессии я товаровед. И сейчас я только в нашем проекте, ребят, только в нашем проекте. Я сейчас по меркам компании я пенсионер. Представляете, в своем возрасте я достигла именно пенсионного возраста. И тот рубеж, который боятся все от государства, я не боюсь. Почему не боюсь? Сегодня и на следующих днях вы обязательно услышите все перспективы нашего данного проекта. Вы услышите о 8 видах дохода в нашей компании. И очень важно, чтобы вы это поняли, потому что если бы мне на тот момент так и не донесли всю информацию, а что мне сказали? А мне сказали, как и всем вам, мне сказали, что здесь можно показывать каталог и пользоваться данным продуктом. Все. Ребята, это всего 2 вида дохода. Представляете, 2. А вся глубина, она находится вообще глобальней, а дальше. Поэтому вы сейчас вот все находитесь, да, есть менеджеры, есть новички. А новички, не делайте вы поспешных выводов. Поэтому мы как с вами сейчас вы пришли в этот бизнес, и вы как айсберг, да, что у айсберга видно? Только надводную часть, а что находится под водой, вы об этом не знаете. И благодаря тому, что мне рассказали о всех видах дохода, сейчас я в данном проекте. Для того, чтобы вам услышать, еще раз повторяюсь, вы должны находиться у нас на обучении, смотреть наши вебинары, и вы точно будете подкованы и точно добьетесь тех успехов, которые добились в нашем проекте не только я, но и все спикеры, которых вы сегодня услышите. И не только сегодня, да, а за 5 дней, которые у нас с вами впереди. Итак, что же я получила от данного проекта? Что поменялось в моей жизни? Ребят, я никогда не водила автомобиль. У меня сейчас 3-й автомобиль. Я никогда до компании не путешествовала. Сейчас у меня очень много путешествий. И вы видите последнюю мою поездку на таком лайнере-теплоходе, который состоялся вот только недавно. Это свежие фотографии. Приехали мы в сентябре. Это плавучий город, и было нас 6 тысяч, представляете, 2 огромных корабля. Вот такой вот, скажем, успех меня ждал, да, и я, конечно, как и вы, не предполагала и не думала, что в этом данном проекте вообще мое все будущее.
Я думаю, и вы сейчас пришли, да? Я не думаю, что вы думаете, что ваше будущее тоже здесь. А кто-то уже поставил, да, и говорит, да, вот я поставила жирную точку. Да, это был 2009 год. И я сказала, я прочитала маркетинг-план, я его изучила, и я поняла, ребята, 8 видов дохода, не 2, которых вы слышите поверхностно, а 8 видов дохода. Услышьте, пожалуйста, об этом. Итак, с компанией Oriflame я путешествую, с компанией Oriflame я бизнес-леди, с компанией Oriflame я успешная мама, да, я успешная жена, потому что меня ценят, уважают, в семье любят. И у нас в семье царит мир, покой, и мы вместе планируем, у нас общий планы. Хотите в это верьте, хотите нет. Но на самом деле, кто меня слышит и слышит мою историю, я всегда рассказываю про мужа, я всегда рассказываю про сына. У нас одна идеологии в семье, да, у нас общие планы, ребят, мы вместе путешествуем. Вообще, я вам этого желаю. И в данном проекте это может все у вас осуществиться. Итак, что же нам даст, может дать наша компания? У вас может быть доход от 20 до 50 тысяч, это всего лишь начиная от 3 до 8 месяцев. Представляете, за год вы можете выйти на доход 100 тысяч, при этом за 2 года на 200 тысяч. Вообще, когда мне говорили вот эти цифры, ребята, они нереальны, правда. Я думала, так не может быть, но это есть, и мы работаем официально, получаем, путешествуем, есть программа «Автомобиль», да, есть та свобода, которой мы сейчас обладаем, той свободы не наемного работника, а именно на самом деле мы сейчас дышим именно партнерством, да, к данному проекту и к данной компании. Ребят, а сколько долларовых премий здесь можно получить? Вот как раз про акции мы сегодня с вами поговорим. Это очень важно, услышьте сейчас меня. Итак, в данном проекте у нас есть план успеха, по которому мы с вами можем себе поставить, да, и реализовать наши мечты, о которых мы с вами выполняли домашние условия, да? Было такое домашнее, мы с вами задание писали. Итак, у нас очень огромная карьерная лестница, ребят. Это не заканчивается она на исполнительном директоре. Да, красивые имена такие, да, мы называемся директор, старший директор, золотой директор. И посмотрите, может быть, вам сейчас кому-то это будет непонятно, а кому-то понятно, но смотрите пока на цифры, что вы будете получать. Бриллиантовым директором можно стать за 2 года. За 2 года это нормальной такой вот уравновешенной работы. Притом вы получаете премии, притом компании вас помимо долларовых премий, долларов, обратите внимание, это единственная компания, которая остановилась и оставила доллары. Все компании перешли на рубли. И также мы с вами можем здесь бесплатно путешествовать, плюс банкеты от компании. И чем старше мы становимся с вами по званию, да, тем больше мы с вами путешествуем, потому что компания дает все больше и больше таких возможностей. До 3 раз в год, представляете, бесплатно от компании. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть план успеха, у нас есть с вами... Сейчас будет с вами еще дополнительная мотивация, да, сейчас мы с вами зашкалим теми акциями, которые у нас компании нас балуют и которые еще будут впереди, да, и которые нам еще неизвестны, и, конечно же, разные программы. Если вы меня слышите, поставьте мне плюсики, что все хорошо, я с вами на связи и вы со мной. Итак, мы с вами переходим именно к акциям, да, к моей теме. Спасибо за отзывы, что вы меня слышите. Угу. И главный наш, конечно же, инструмент к плану успеха – это каталог. Да? То, что видят наши клиенты, то, что пользуемся мы сами в собственном магазине. И что же нам компания предлагает в этот раз? А в этот раз она нам предлагает поиграть в игру. И кто уже обратил внимание, что в нашем каталоге, когда вы его открываете, есть продукты, которые, скажем, с такой печатью, медальками. Вот эти медальки мы можем с вами собирать. Давайте поставим пятерочки. Кто это видит, кто не видел, ставьте минусы, но обращаем на это внимание. Сейчас многие крупные компании играют в такие игры, да, чтобы было интересно, ребята. И у нас тоже это с вами есть. Вы можете, это как дополнительный плюс, вы можете сказать своим клиентам, и плюс вы можете сами этим воспользоваться, получать подарки. Я всегда говорю, я азартный человек. Угу, есть минусы и плюсики.
У кого минусы, кто не знает, то обратите внимание на эти медальки в каталоге. Или обратитесь к своему наставнику, он обязательно вам еще раз расскажет про эти медальки, как их получать и как их забирать. Не переживайте, никто без подарка не останется. Это такая, скажем, маленькая, да, маленькая такая, маленькое поощрение за то, что мы здесь будем с вами пользователями в собственном магазине, еще раз повторяюсь. И есть те компании, которые нам способствуют, да, нас мотивируют на то, чтобы мы в свой собственный магазин приглашали клиентскую базу. Представляете, в свой собственный магазин, и нам еще компания-партнер за это дарит подарки. Плюс мы получаем процент от товарооборота, и плюс мы еще получаем подарки. Посмотрите, какая красивая, шикарная акция в красном, да? Сейчас это тренд красный цвет, если кто не знает этого года. И вот такая шикарная водичка приходит нашим новым партнерам, новым клиентам, которые присоединяются к нашему проекту. Представляете? Здорово, да? Получить в подарок такую шикарную туалетную воду. О подробностях я вам не буду сейчас концентрироваться, рассказывать. Я рассказываю это, скажем, более глобально, чтобы все успеть. Итак, если мы с вами приглашаем и приглашаем еще больше новичков, не одного, да, а двух, если двух пригласили, то вы за это получаете клатч. Пригласили четверых, вы получаете часы. Получили шесть, вы получаете сумку, да. И если ваши новички, у нас есть стартовая программа, ребята, новички, не пропустите стартовые программы. Подарков около 14 тысяч, вот только услышали мне новые партнеры, да, это только-только кто присоединился. Если они у вас пойдут по стартовой программе, вы получаете такой шикарный планшет. И все в красном, таком ярком, манящем, да, привлекающем цвете. Так что же еще мы можем с вами от компании получить? А мы с вами можем еще получить еще больше денег, чем сам план маркетинга. Еще больше получить подарков. Так что же надо делать? Эта акция у нас с вами уже стартанула. Не пропускайте ее. 14-й каталог. По первый каталог, услышьте, почти будет идти 5 каталогов, да, по первой. Итак, акция для всех, неважно, когда вы пришли, сегодня, завтра и в следующем каталоге. Новичок вы или вы уже здесь менеджер, да, и развиваетесь выше, как директор. Каждый может здесь участвовать. Каждый наравне, да, я с вами наравне, хотя я здесь нахожусь уже как и бизнес-тренер, как директор нашего проекта, да, организатор нашего проекта. Итак, приглашаем больше, партнеров, больше клиентскую базу, и что же мы будем с вами получать? Если у вас открыто ИП, значит, мы с вами получаем это все в рублях. Представляете, как здорово! В данном каталоге вы увидите, каждая баночка оценивается по балловой системе. И вот эти баллы, что будем получать, брать мы сами, ваши клиенты, они будут удваиваться, в рублях. Представляете? Да, красивые деньги, красивая пачка, да? Вот, удваиваться в рублях. И представляете? То есть у кого открыто ИП, вы уже можете получать деньги через каталог. То есть проходит акция, если у вас уже стартуют новички, через каталог на ваш расчетный счет переходит это деньгами. Представляете, как здорово это все. Если вы, у вас не открыто ИП, да, компания работает легально, и она соблюдает все правила, которые касаются нашего, например, нашей страны, соблюдает все, платит налоги, то она не может вам выплачивать в рублях. Но компания придумала другой ход. И это называется ОРИ рубли. То есть один балл также умножается на 2, и вы можете собирать ОРИ рубли. Итак, смотрите, какие подарки нас ждут с вами впереди. Меняем, да, ОРИ рубли на отличные подарки. Сейчас вы увидите такие большие подарки, которые вы сможете взять всего лишь за 10%, 90% у вас будет идти скидка. Представляете, в каком магазине вы придете и вам сделают 90% скидку на тот же телевизор,
на тот же ноутбук, да, на тот же, я не знаю, сейчас у нас телефон мы будем показывать, представляете? То есть, если здесь компьютер стоит 16 990, вы платите всего лишь 10% от стоимости этими ОРИ рублями. То есть, каждый из вас может сейчас загореться, и просто, если вам еще раз непонятно, вы обратитесь к своему наставнику. Идем дальше. Вы можете также получить телевизор, да, за всего 3000. Представляете, телевизор за 3000. Единственное, 90% не идет на iPhone 8. Но, ребята, 50%, я вам точно говорю, вы нигде за 50% это не купите. Есть товаров еще больше, да, которые у нас представлены в каталоге. То есть, посмотрите, здесь перечислений очень много. Еще раз повторяюсь, акция идет до первого каталога и плюс еще 4 каталога, если у вас приходят ваши новички-партнеры новые. Это и чайник 2150, и блендер 1690, и набор сковородок 2600 Тефаль. Да, и посмотрите, какое перечисление огромное-огромное. Выбирайте сами кондиционеры, приставки, смартфоны, либо печка. Ой, голова закружилась у вас, как ставьте восклицательный знак, как у вас подарки, как вам нравится. Идем за подарками, за такими. У меня голова кружится, все хочу, но хочу больше всего iPhone. Но еще не все, да, благодаря тому, что у нас есть акция, компания объявила, это только в юбилейный год. Услышьте меня, это в этом году есть такая возможность. И вы сейчас здесь, и вы сейчас услышите это, да? Юбилейный год компании 50 лет. 50. Это говорит о том, что компания прошла в России все дефолты, да, устаканилась. То есть она, компания сейчас построила завод, у нас собственный завод. И компания готова еще платить новые выплаты. Итак, если мы с вами запланировали, да, и мы с вами получаем новое звание, а статус звания директор, самое первое, да, я вам показала план успеха, то вы к своей премии 1000 долларов получаете еще 50 тысяч, представляете? А вы в год можете закрывать не одно, не два. И есть люди, которые 6 в том году закрыли и на лайнере, да, юбилейный год, вот мы были в Средиземное путешествие, 2 лайнера чествовали таких людей. Поэтому, кто знает, а вдруг это вы, да, обязательно еще раз пересмотрите план, маркетинг-план. Те люди, которые вас пригласили, ваши наставники, обязательно помогут вам здесь разобраться. Обязательно разберитесь в 8 видах дохода. Вот сейчас как раз об этом и говорит, что премии, что выплаты, что поездки, путешествия, это плюс все идет дополнительно к тому, о чем вы знаете. Итак, можно, ребята, всего лишь почти за год заработать 420 тысяч. Как вам? 420 тысяч. Неужели вы не найдете, куда вам деть? 420 тысяч. Я уже знаю, куда я потрачу эти деньги. А вы знаете, ставьте плюсики мне, если вы знаете, куда вы потратите эти деньги. Ставьте плюсики, заодно проверим с вами связь, да, как меня слышно, как меня видно. Буду смотреть, кто со мной на связи и кто готов это все получить. И очень важно, новички, это единственная наша компания, партнер, которая с уровнем менеджера вывозит за границу. Услышьте тоже об этом. И компания предлагает Хорватия. Конечно, это нет такого, что вы пришли, да, и вас отвезли в Хорватию. Конечно же, мы с вами будем планировать. Конечно же, это работа. Повторения точно не будет, поэтому 14-й каталог последний, когда вы новички, именно новички, и те, которые уже стартанули, можете ворваться. Почему? Потому что со второго каталога компания нам обещает новую менеджерскую компанию. Представляете, новую менеджерскую компанию. И я думаю, если она бонусная, то есть еще дополнительные деньги. Вообще, то есть акций очень-очень много, в них мы с вами разбираемся, в них мы с вами, да, делаем индивидуальные встречи, и обязательно мы должны там с вами быть. Кто хочет в Хорватию, я вот очень хочу, да, я поставила тоже себе планку, Хорватия, кто хочет, новички, не стесняйтесь, посылайте мысли в космос. И, конечно же, у нас есть, стартует новая программа, если вы, например,
Изучили все у нас, да еще есть онлайн-путеводитель для новых консультантов 90 дней к успеху. Почему 90? Потому что во всех организациях срок испытательный проходит именно такой срок. И как раз вы успеете такие наши бренды, как серии Novage, как Wellness Life, да, кто еще не знает, мы с вами тоже это будем с вами. И очень важно время постановка цели, потому что 90 дней как раз нам дает стартануть во всех тех акциях, которых я вам рассказала. Итак, я здесь не буду вдаваться в подробности, да, я сделала слайды, время быстро прям бежит, и у меня тоже время поджимает. Это вы можете найти на ссылочке, да, где все написано. Вот ссылочку я кидаю, но если все интересно, вы любознательны, все хотим с вами получить, узнать, то ваш наставник обязательно вам подскажет, просто знайте, что такое есть. То есть наш еще партнер сделал нам такой путеводитель, которым нам очень легко разобраться и понять вообще, что здесь мы с вами, что надо сделать и что получить, плюс к нашему обучению. Итак, цель нашего бизнеса – это создание пассивного дохода. Вот я вам сказала, что я уже в компании пенсионер. То есть сейчас я автоматом получаю 17 раз в год уже свой доход. Да, не хочу зарплату это называть, свой доход. Хотела стабильно растущий доход, чтобы не просто был пассивный, но еще и рос, и рос, и рос. Да, путешествия, в которых я сейчас езжу, да, я хочу путешествовать 2-3 раза в год, не задумываться, где взять деньги, свободу, финансовую независимость, и я думаю, что вы также думаете, как и я. Если кто со мной согласен, давайте ставить какую цифру, пятерку, да, пятерка, она так вот звучит, пятерка вообще классная оценка у нас, ставим пятерки, кому вообще здесь загорелся. Итак, за 2 года поставить планку и цель, выйти на статус бриллиантового директора, получить все премии плюс дополнительные премии. Ага, есть такие, я вас фиксирую, мы вас сканируем, да, кто здесь сейчас находится, и обязательно с вами ваш наставник делает созвон, что вы такие у нас есть. Есть, кто хочет активно и быть не отстающим, да, и не сидеть на задней парте, да, и не быть двоечником, а быть впереди, потому что сейчас просто век информации, просто нельзя быть сейчас в отстающих ребят. Ребята, иначе мы будем жить не мы, да, а вы, кто не примете решение, это полнейшая нищета, потому что к чему и шло государство, а это была пенсия, а это были какие-то выплаты, а это давали квартиры, дома, а это была какая-то хоть стабильность, сейчас этого нету. Если вы еще витаете в облаках, поверьте мне, посмотрите, оглянитесь, где вы живете, кто вас окружает, и вообще хотели бы вы изменить свою жизнь. Если бы хотели, то значит вы с нами, и мы, значит, с вами найдем ту, скажем, как нам шагать, какие планы строить, все это сделаем вместе. Итак, если вы с нами, то не теряйте время, а время – это самый дорогой ресурс, который у нас есть. Итак, время действовать, и время действовать сейчас. Я выключаю слайды. Сейчас я...